Но мы, в общем, продолжаем. Последний докладчик, лектор на сегодня, это Михаил Викторович Игнатьев из Самарского университета. Он расскажет нам метод арбитрирования акрилов. Спасибо. Я тоже хочу поблагодарить организаторов за приглашение. Очень здорово в этой школе принимать участие. Вот. Смотрите. Последний доклад. Все уже устали, поэтому это должен быть вполне элементарно. Значит, по крайней мере, сегодня я надеюсь, соблюсти это требование. О чем вообще пойдет речь? Такой метод арбитрирования. Что это такое? В целом, теория представления. Это общая рамка, где какая-то группа конечная, Тогда мы знаем. Да, у меня тут будет, давайте посмотреть на поле, там для чисел, хотя это вообще не важно поначалу. Вот, но пока да. Время все будет на цель. Но вот то, что я буду сегодня рассказывать, очень видно, почти в поле по отношению к ним. Конечная группа, ну и тогда мы знаем, что есть бумажки, что любое конечномерное представление вполне приводимо. Да? Не обязательно там еще просто либо она не вот. Но у нас это вообще проблема. Вот, а теорема бумажки, да, что любое конечномерное представление этой группы уже вполне приводимо. То есть однозначно раскладывается, при ничему не приводимо. Ну, это как я, надо понимать, слагаемое, что мы это ВИТ, просто столько раз откладывал ВИТ само собой. ВИТ плюс и так далее. Плюс ВИТ. ИТ раз. Вот. Как представление группы Ж. Эти кратности определены однозначно. Ну, и более того, мы знаем, что неприводимое представление конечное число. Да? Число неприводимых представлений. Ну, имеется в виду попарно, не замок. Равно чему? Скажите мне кто-нибудь. Класс сопряженности. Класс сопряженности. Вдруг бежим. Вот. Ну, да, таким образом. Бесконечно оно непривозимое представление, и для конечной группы, в общем, главный вопрос, как обстоятельства все, чем они нумеруются. Вот на прошлой лекции Виктор Александрович упоминал, что для группы SN это они нумеруются диаграммами Юнга, которые разбивают N, что прекрасно согласуется, да, потому что класс напряженности тоже нумеруется диаграммами Юнга, длинный цикл перестановки. Вот. А мы будем говорить про очень конкретную группу, по крайней мере, первую. Полтора этой лекции, будем говорить про очень конкретную группу конечную. Я сейчас вкратце объясню, почему ее так вот описываем, потому что ее, так сказать, необходимость изучения ее теории представления может быть не так очевидна, как необходимость изучения теории представления СН. Но я постараюсь объяснить. Вначале, пару слов сказать, и потом, почему такая группа важная. А давайте фиксируем конечное поле. Поле из кубы элементов. Так, все у нас это. Все представляют комплекс. Отдельно фиксировали поле из двух элементов. И через группу У, давайте обозначим группу верхней треугольной матриц с единичками на диагонали. Ну, а лучше диагонали. Из F. А здесь что, что угодно. Звездочка, не из F. Мы не треугольная группа ее называем. Унитреугольная. То есть, если бы на диагонали были просто нулевые числа треугольные, это барелевская, а это унитреугольные. Ну, эта группа, очевидно, конечная, да? Скажите. А, ну, N такой чехот. Давайте потребуем, чтобы все было совсем хорошо, чтобы характеристика поля она была не меньше, чем. А сколько элементов в этой группе? Нет. Куба этой степени, да. Верно. Ну, значит, про класс напряженности мы пока говорить не будем, потому что это дело темное начало. Но во всяком случае, это будет конечное число, по-моему. Вот примерно я постараюсь в каком-то смысле их описать. В каком-то смысле. Почему такая группа? Ну, смотрите, схема такая. На самом деле, вот эта теорема Машки для конечной группы,
оказывается. Верна и для более широкого класса группы, тоже компактно была чистая группа. И доказательство очень похоже на это. Мы просто заменяем усреднение по группе. Мы это суммирование можем просто интегрировать по группе. А если группы не компактные, то есть там, для такую же группу, да, U, только уже там над вещественными числами или над комплексными числами, да, то про нее там в середине, может, 20 лет никто очень примерно почти не понимал, что это делать с ее представлением. Скачивание пространства не так важно. И вот в 62 году Кириллов Александрович изобрел чудесный метод, который позволяет в каком-то смысле описывать представление таких групп. Именно как группы исключения это было. И довольно быстро стало ясно, что и, в общем, если заменить здесь R, C, R на конечные поля, то тоже все будет по-прежнему работать. Метод R. Но вот я предпочитаю изложить этот метод своей пружины на конечном поле, потому что снят каких-нибудь обобщенных функций, гильбертовых пространств, можно сделать вот так, чисто алгебраически, то второй курс этот метод. Я все равно вполне элементарно. Какие-то, конечно, вещи там буду пропускать, оставлять как упражнение. Но в целом, это мы более-менее почти с полными доказательствами все вывезли. А затем я в любом случае скажу, как меняются формировки при выходе с таких групп помолений. Но оказывается, что метод орбит – это очень широкая рамка, на самом деле, еще очень много, разных ипостасей, очень много разных приложений, которые, конечно, годится не только для этих групп. Для этих групп. Он годится для всех непатентных групп линий. И не только для непатентных, для разрешимых, и даже для большего класса. Но и даже не только. Мы с вами, если надеюсь, что это останется время, это написано тема третьей лекции, я правда не знаю, как дело пойдет, рассмотрим, как он работает для алгебры, конечной меры, не патента. И, может быть, я скажу какие-то слова еще про бесконечные мерные обобщения. На самом деле, это очень-очень мощный метод, всего лишь представление разных структур, разного сорта, ну, так или иначе, связано с непатентностью разрешимости. Вот. Но, на самом деле, сегодня, по крайней мере, поначалу, мы вообще можем про это все забыть, про группы алгебры. Но мне потребуется, конечно, линейная алгебра. Если я напомню линейную алгебру, пока не ясно зачем. Но я напомню линейную алгебру, как это? Для геометрии пространств с формой. Давайте какие-то основные факты, это просто напомню. Из этого мы получим, потому что как. Цель я уже как обозначил. Сегодня, я думаю, о представлениях вообще даже ничего не пойдет. Вот все, что я сейчас буду очень долго говорить, время говорить, будет это верно вообще не будет. Не важно. Давайте сейчас R вообще любое поле. Ну, пускай характеристики только не 2. Ну, вообще больше никакого ограничения нет. Возьмем какое-то пространство над этим полем, V, допустим. Конечномерные. И допустим, что нельзя на какая-то форма линейная. Бета. Ну, можно, конечно, чем произвольную форму брать, какие факты будут линейные. Но давайте сразу ограничимся от случаев, когда форма симметрическая или постсимметрическая. Значит, так интересно. Симметрическая. Или косо симметрическое. Конечно, верное пространство на поле в верхнее пространство. Линейные формы. Что еще раз? Абсолютно. Вот. Более того, нам для наших целей та форма, которую мы в итоге будем использовать, будет довольна. Даже на самом деле, серьезно, нужно написать второй случай по симметрической форме. Очень многие вещи, которые для симметрической формы тоже, поэтому пока разницы никакой нет. Так. Ну что? Давайте какие-то основные факты я напомню просто. Что на самом главное? Доказали дополнение.
Чекер, понятно, я буду писать вот так вот, да? Говорит, вектор перпендикулярный, называют. Ну, понятно, если между ними форма нулевая. Тогда у любого пространства, если U, V, пространство, у него будет ортогональное дополнение. Те векторы, которые перпендикулярны всему пространству. Конечно, пример приведем. В общем случае они устроены не вы. Вот. Так, сейчас мы сейчас будем отрывать. Так, финальный стол. Вот давайте пример раз. Ну, например, на первом случае ты не видела. Пространство. И впереду пространство. Там надо скалярное произведение. То есть я буду так писать. Просто без всякой дыры. Ну тогда мы, в общем, хорошо знаем, да, что какой бы у я ни выбрал, то это будет просто прямая сумма. У плюс у ортогонального. Да? Вот. Ну, что-то меня. Ладно. Ладно, все-таки ортогонально не приходит. О, это ортогонально. Понятно, что каждый вектор раскладывается вот так. Вот. Ну, давайте другой пример рассмотрим. Второй пример. Когда возьмем пространство размерности 2n, вы знаете, мне дальше будет все время выгодно какой-то кредит. У него вот так координаты нравятся. То есть байс легких e1, en, e минус n, e минус 1. Когда клею на оболочку, значит, в главном случае. Вот. Да, ну и форму так, кстати, она же у нас билинейная, поэтому достаточно уметь выдавать на... Нет, она будет косимметрическая. Это будет косимметрическая. Вот. Ну, значит, мы так сдадим, что e и t, e минус и t, это единичка, то, соответственно, наоборот, это будет минус единичка, да? Вот, а теперь мы видим. Остальные все нули. Какая форма называется симплектическая форма? Симплектическая форма. Ну, она просто по определению постсимметрическая. А, и вот, да, вопрос про ортогональное дополнение. Здесь легко понять, например, следующее. Если мы возьмем U, какое-то одномерное это пространство, то скажите мне, пожалуйста, чему равно значение этой формы на любой паре векторов из U? Да. Почему? Ну да, потому что дали это константа на b это довольно, там, конечно, ноль. Вот, а тут видно, что у содержится в ортогональном дополнении. Даже тут не важно конкретный форм, важно вопрос симметрический и все. Вот. Так что да, ортогональное дополнение может быть устроено довольно интересно. Еще один пример ортогонального дополнения. Третий пример. Давайте возьмем какую-то произвольную симметрическую или косимметрическую форму на пространстве. Третий пример. В любое, в это любая, ну, косимметрическая или симметрическая. Какое ортогональное дополнение к нулевому? Все в этом. А вы знаете, как называется ортогональное дополнение к В? Ядро. Будем писать кер. В. Да. Ядро. Формы. Ну да, оно состоит из тех векторов, которые перпендикулярны к всему. Просто по определению ядра. И вот если ядро нулевое, то мы говорим, что формы не выражены.
деление. Поэтому называется невыгодное. Определение головного. Ну а кто знает, как это связано там с ее матрицей в базисе? Все знают, кто не знает. Вот давайте я могу даже упражнение могу написать, да? Если все знают, как строится матрица или ее форма. Упражнение. Что, значит, бета не выражена. Тогда, когда ее матрица не выражена. Резонный вопрос, какой байс матрица? А можно и так, и так. Можно хоть в каком-то байсе, а можно сказать любом байсе. Все равно сильно. С невыраженностью. Форма равносильна невыраженности матрицы. Хорошо. Хорошо. И давайте еще посмотрим, как сказано невыраженность формы с многогодальным дополнением. Это как раз такая слабость здесь устроена, это как раз когда форма не выражена. Да? Но это такое не всегда для невыраженности. Давайте так. Давайте возьмем какую-нибудь форму и какое-нибудь подпространство возьмем. В. Вообще говоря, любое. Давайте У. Так, давайте увидим пространство. Давайте для краткости будем обозначать ограничение этой формы в эту У. Нам это ограничение в это на У. Скажите, правда ли, что если форма сама не выраженная, то ее ограничение на У тоже не выраженное? А контрпример можно? Да, циклическая форма не выражена, да? Ну, не матрица, циклическая форма комбайса. Ну, ее матрица. Вот если байс взять Е1, Е-n, Е-n, Е-1. Ну, и так же подходит. На 4 блока так поделимся, да? Да, по побочной, так говоря, единице. Дальше минус единица. Остальные все нули. Да. Ну и довольно понятно, даже как симметричность по симметричной форме совпадает с таким же свойством для ее матрицы. Она, по-моему, очень не выраженная. Да. Конечно, не выраженная. Однако, если возьмешь любое одномерное пространство, то ограничение бета на У это просто нулевая форма. Ну, конечно, невыраженность не обязана сохраняться при ограничении пространства. Тем не менее, мы можем рассмотреть ортогональное дополнение. Да? И взять ограничение на него. Ну, дальше. Аналогично определяется. Тебя мы будем через это сыграть на пространство, обозначать ограничение на это пространство. Вот. Ну и, наверное, довольно понятно просто в определении, что ядро этого ограничения, да, это в пересечении с ортогональ. Верно? Да. Вот. Ага. И, наверное, это же ядро бета-ортогональ, да? Поэтому, если бета-у не выраженная, то это ограничение не выраженное, а тогда это время не выраженное. Вот. А? Ну, может, тут самой бета надо потребовать, чтобы она была не выраженной. Вот это точно правильно. А? Ну, где так? Что, это точно правильно? Давайте теперь вот. И первое, как там
Нет, на самом деле мне хочется, чтобы образы были верны. По крайней мере, каких-то форм. Давайте включим упражнение. Включим упражнение. Значит, что очевидно, так очень всегда, да? Что для любой формы, любого пространства, у любой формы, у содержится в двойном ортогонале, правильно? Это очевидно. Какая бы ни была форма, не важно, выражена, не выражена, все равно. А? Давайте, главное, часть упражнения вот такая. Докажите, что если форму в этой форме, то тогда размер, то есть размерность корня, она равна размерности. Это к этому пока мало отношения имеет, но это важно. Ты можешь просто двигаться. Правда, неправда. Нет, вот я вот даже как бы не вижу, что это правда. Более того, равно первому, равно увеличению. По крайней мере, я не вижу, что это правда. Дальше, тогда понятно, что если форма в это не выражена, ее ограничения не выражены. Если в это не выражено, то тогда ясно, да, из двух этих фактов мы получаем, что в это прямая сумма. Я думаю, это все, что мне потребуется. Это просто упражнение по линейной алгебре. Хорошо, что запомнили. Какие факты мне нужны будут про это выражать? А, конечно, мне нужна будет классификация. Симметрических форм. Это очень интересное место. Смотрите. Я вообще думаю, что все как-то более привычны, по крайней мере, там, кто на младших курсах, к работе с симметрическими формами, да, с эвклидовыми пространствами, с скалярными произведениями. Но, конечно, это очень важная и нужная часть алгебры и геометрии. Но у них есть некоторые недостатки. А именно вот там. Ну, вы там все проходили на первом курсе. Классифицируются формы симметрические на полем С. Единичек и все остальные люди в каком-то базисе. А полем R тоже знаем, да? Единички и ноли. Закон инерции. Да? Проблема в том, что на произвольном поле все очень плохо симметрические формы нам стоит. А вот вход симметрический великолепный. Мы смогли бы даже докажем про классификацию постсимметрических форм. Рем. Классификация квазисимметрических форм. Я утверждаю, что мы можем выбрать пространство. Вот есть пространство В. Куда какая форма может быть выражена? Что в нем существует такой базис E1, EN, E-минус N. Е минус 1 и какой-то F1 FKT, что в этом базисе форма B имеет вот такую матрицу. Мы отделяем N. Вот так, это Е1, Е-N, Е-минус минус 1, а тут F1 FKT. И то же самое по слову. Я даже пишу. Сколько-то FKT какой-то. Вот. То есть существуют такие однозначно определенные числа, как K и N, что вот, и базис, однозначный, что форма вот такой матрицы записывается. Здесь как у симплектической формы. Остальные все нули. Чудесная классификация, очень просто устроена. То есть, у нас есть всего два параметра. N и K. Да. Это вот вот симметрические формы. Догадайся.
Мне кажется. У нас поле не конфликтный бар. Да. А можешь вспомнить хидрачей вообще? Давайте на характеристике 2 симметрических, посимметрических форм вообще не отличаются, да? Ну как, определить, конечно. При обычном определении отличаются. А доказательства. Ну, индукция по размерности. Индукция по размерности. База индукции очевидна, да? Ну, база индукции – это размерность равна единице или двойке. Для единицы очевидно, да? Любая косимметрическая форма на одномерном пространстве нулевая. А для двойки либо она нулевая, тогда эта матрица нужного вида. А если она не нулевая, то тогда существуют такие векторы Е1 и Е-1, на которых их значение не равно нулю. Но тогда, меняя их длины, можно, ну не длины, понятно, умножая на числа, можно считать, что это единица тогда. А тогда в этом базисе будет вот такая матрица 0, 1, 0, 1, 0. Не нулевая. Это тоже матрица нулевая. Это равно единице, а х равно нулю. Так что база индукции есть. А дальше шаг индукции. Ну, смотрите, есть две ситуации. Если форма нулевая на пространстве, да, то это матрица нужного вида. Мы победили тогда. А если не нулевая, то есть если бета не равно нулю, то существуют такие Е1 и Е-1 из B. Опять-таки, что бета от Е1 и Е-1 – это единица. Правильно? Ну, а тогда наоборот, минус единица будет. Вот. Ну и мы рассмотрим ортогональное дополнение к этому двумерному пространству на них натянутую. А почему он говорит двумерный? А? Почему натянутый на них пространство двумерный? Да, значит, была нулевая форма, они начали, они могут параллелить. Давайте рассмотрим. В с волной будет ортогональное дополнение пространства матерной молитвы. Ну, вот такое несложное, так, ну, это мини упражнение даже, то есть легко, легко проверить. Совсем легко. Ну, не знаю, это упражнение, если он маленький. Что в это прямая сумма. Пространство. И в с волной. Это не вытекает из общего рассуждения, там все формы годны, вырождены, да, сама форма. А, вот. Ну, тогда мы можем ограничить эту форму, которая стала таким примитивным, да, в это предложение мы сделаем. Бэт. Нет, они не пересекаются, нет. Они пересекаются. Правда, так таки не пересекаются. А, надо брать. Что, подожди, я никакой не вижу свою форму, форму бета не требует, в любом случае. Ну, уже применим положение. Применим предположение индукции. То есть, в с волной есть база, давайте я подвожу, Е2, Ен, Е-минус n, Е-минус 2, F1, FKT, ну, в котором ограничение имеет вот нужное мере. Добавляя к этому базису, мои два вида, получаю нужный базис. Прямо для того. Вот что. Так. Это есть. Отсюда вытекает, ну вот можно посмотреть на эту матрицу. Скажи мне, например, глядя на эту матрицу, это полезная теорема, она такая вычислительная немножко. Какое ядро у него? Так, в этом пальце. Да, начальная модель в карте, да? Ну, уж то, что они в ядре лежат, это очевидно. Ну, и совсем не слов, что там еще есть, кто еще есть, то найдется вектор базис, который будет пинули. Поэтому ядро очень легко понять. И, наверное, еще одного сколько объекта потребуется. Это так называемый максимальный затрон этого пространства. То есть, они хотят стирать эту матрицу, это очень быстро.
Смотрите. Ну, под пространством. Ну, В называется ипподромным. То есть, знаете, когда? Слышали? Ну да, это когда дополнение, да. То есть, ограничение формы у них такое. Там все векторы друг к другу перпендикулярны. Например, любое синчик после симметрической формы, любое одномерное пространство изотропное. О, понятно, что это бывают максимальные изотропные. Максимальные изотропные. Вот скажите мне, например, для Евклидова пространства, для случая скалярного произведения, вы можете мне перечислить все максимальные изотропные пространства? И только, да? А впрочем, вообще все изотропные. Вот. Потому что если вектор изотропного пространства, то он сам себе перпендикулярный. Так не бывает в векторе пространства. А вот здесь, глядя на эту картинку, можете придумать мне какое-нибудь максимальное изотропное пространство? А? То максимально понятно, потому что оно не наверное не такое больше готово. Включение максимально. Да. И на всех кадрах. Понятно, что любое максимальное пространство обязательно содержит ядро. Потому что мы все можем добавить вектор ядра, и ядро теряется. Да, например, натянуто на все ешки, где один, где n. Да, положительные на всех кадрах. А еще, а другое можно? Ну, один, два, какой-нибудь еще. А все отрицательные можно. Где минус n, где минус 1, f1, fk. Можно с каждой парой играть кому угодно. Да. Я изотропный, максимально изотропный пространство. И изотропность его, очевидно. Да? Максимально изотропный легко. Вот. Видно, довольно большой запас учиться. Что делать? Но они все разные, конечно, да? Мы видим всех, у них есть нечто общее. Нет. Это общий факт. Тема. Все максимальные изотропные пространства имеют одну и ту же размерность. Ну, что касается ее доказательств. Я всегда, когда про это рассказывал раньше, я говорил, у нас есть теорема Витта, у нее это легко выводится. Вот Матвей мне объяснил, что можно доказать просто так, индукции по размерности, да, что-то изотропного пространства, да, и чего? Или по размерности В. В общем, есть вполне элементарное, не очень простое, конечно, но не используем, потому что это упражнение фантомки. Если можно у Матвея спросить, или потом я могу рассказать, если сам вспомню. То есть докажите. Но ничего буквально не надо, кроме вот этой теоремы классификации. В любом случае. Сама теорема, она больше утверждает. Но если нам важна только следствие, если важно, то есть только что совпадение размера с максимальным готовым, то можно обойти себе три теоремы. Давайте этот момент только постсимметрически рассматривать. Вот, потому что... Я пока не... Вообще не понимаю. Но мы провели примеры. Ну, а где, конечно, это все максимально? Это даже и все. Вот. Нет, нет. Мы привели очень много примеров. Вот. Ну, уж коли так, если они все имеют одну и ту же размерность, то мы даже знаем, чему она равна. Да? То есть смотрите, вот на это глядящий мы видим, что все надо в правильной форме написать. Давайте посмотрим, что это может быть. Ну, например, вот так.
Давайте через D я обозначу размерность максимального изотропного пространства. Любого. Тогда размерность V плюс размерность ядра V это 2D. Давайте посмотрим, так или не так получается. Размерность ядра в нашей ситуации это K. Да? Угу. Смотрите, мы уже не то чтобы выяснили, а по-моему, это упражнение со звездочкой, мы выяснили, что все максимальные затронутые пространства имеют одну и ту же размерность. Да? Вот. Глядя на эту теорему классификации, я могу сказать, чему она равна. Я утверждаю, что вот как она выражается. Что она вдвое меньше вот такой суммы. Да, но я хочу вот форму просто подставлю сейчас. Убедюсь, что все работает. Значит, dmv, это получается 2n плюс k. И здесь еще одно k, получится 2n плюс 2k, да? Он работает, действительно, 2 на n плюс k. Очень слабо. Да. Хорошо. И, наверное, последний фактор из симметрических гонок, такой из геометрии гонки. Постсимметрических форм. Это очень забавное рассуждение, что происходит с формой, если ее ограничивать на подпространство по размерности 1. И больше, наверное, да, ничего. Так, мы это все переписали, думаю, можно что же стереть, наверное. Ну все, вообще закрываем. Есть какой-то косимметрическая форма, мы ограничим это пространство по размерности 1. То, что тут же никакой невыраженности речи не идет. Смотрите. Лемон. Вот есть в этом постсимметрическая форма на в этом. Форма на в. И допустим, что в нем есть пространство по размерности 1. По размерности единичку меньше разницы. В на белую пространство. Вот размерность в на белую. Размерность в минус 1. То есть, значит, по размерности в нулевой в это единичка. Могу ограничить форму. Спасибо большое. Ограничить форму в это на этот пространство по размерности. Могу взять ядро самой формы, ее ограничить. Давайте в гугле в. Ядро самой формы. А w нулевое ядро ограничение. Это пространство в определении, а это в нулевом. Ну, конечно, в тоже так, но тем не менее. Скажите, верно ли, что кто-нибудь из них в полный минус по очевидным причинам собирается? Не болевая, не болевая, нулевая. Это ну, W это просто самой формы на пространство ядро. А W нулевое, ну, бета на, ну, бета нулевое, давайте у меня будет ограничение бета на V нулевое. Извините. Да, вот так. Верно ли, что кто-нибудь из них кто-нибудь содержит дочерних причин? Нет. Ни то, ни другое не очевидно. Ну вот, собственно, суть утверждения следующая. Либо
либо W содержит W нулевую и имеет там по размеру стадии. Либо, наоборот, бывает и так-так. Либо W нулевое содержится в W и имеет там по размеру стадии. Но бывает реально и так, и так. Я нужно подумать, можно ли привести пример. Давайте я не буду школу сбегать тоже. Я могу это делать упражнение. А? Ну, конечно, буду начать подписывать подробно. Давайте замечу, как надо действовать. Детально, конечно, это будет упражнение. Доказательство. Будет совсем круто такая схема. Смотрите. В случае... Давайте попробуем, как пойдет. В случае, когда... То есть, все дело в том, это W, оно лежит в W, вы не лежит. Вот вообще дело. А теперь мы сейчас смотрим. А лежит в W или в W. Ну, там что лежит. Тогда, на самом деле, это не обязательно. Но вот пусть так случится. Давайте тогда скажите мне, вот в этой ситуации можно довольно жестко четко утверждать, кто из них ком содержит W и W нулевой. Кто ком? W – это ядро на всем пространстве, а W нулевой – ядро ограничения. Конечно, потому что если вектор W, то он вообще любому вектору из V перпендикуляра, в частности, любому вектору из W любого. Конечно, выполняется это смысл. W содержится W нулевой. Ну и остается показать, что по размерности один, не знаю, что написано, не хочется нет. Выписывать. Ну, давайте так. Давайте коротко скажем. Надо рассмотреть ортогональное дополнение к W. И доказать, то есть нужно показать, что его размерность на единичку больше размерности блин. Указание, как это сделать. Нужно перейти к форме на фактор пространства в этом углу. Там она становится невыраженной, и работает вот это упражнение про размер ортогональных дополнений. Вот. Это несложно показать. Ну, вот это, если угодно, упражнение. С этим разобрались. Скажи мне, а что будет, если я это пересеку с V нулевым? Что получится? Смотрите, у это вектор из всего пространства, которые перпендикулярны в нулевом. А если я теперь беру те из них, которые в нулевом лежат, то это получается просто ядро этой формы. Вот ограничение на в нулевое. Ага. Значит, получается, что дубль в нулевое. У меня это пересечение моего с подпространством по размерности 1 во всем пространстве V, да? Тогда какие проблемы размерность по отношению к размерности U? Смотрите, размерность U чему-то там равна. Чему-то равна. А теперь я беру это U и пересекаю с подпространством по размерности 1 во всем пространстве V. Как может измениться размерность такого пересечения? Может, я то, что не увеличит? Ну да, либо останется такой же. Единичку станет меньше, я думаю, не меньше, что это равна размерности
Или, ну, который у меня размер W плюс 1. Или размерность W просто, ну, просто нулевая, да, у минус 1. Но вот я утверждаю, что второго быть не может. Давайте почему. Давайте посмотрим опять на классификацию майки. Вы видите, что размерность всего пространства V это 2n минус 1. Да? А размерность игра чему равна? К. Поэтому ядро всегда имеет четную по размерности. Смотрите. Эти пространства по размерности отличаются на 1. Да? Значит, эти пространства не могут иметь одинаковую четность. Да? Значит, второе невозможно. Бывает. Значит, выполняешь первое. Это случай, когда W содержится в нуле. Так. Ну, потому что еще раз. W имеет V четкую по размерности. W нулевой имеет в нулевом четкую по размерности. Но V нулевой это, и у размер на единичку отличается. Значит, четкость размерности W нулевой отличается. Не могут совпадать с размерностью. Все это в первом случае все доказали. Второй случай, когда W не содержится. Не содержится. Тогда существует вектор x, лежащий в W, но не в V нулевом. Ну и тогда очевидно, что V это прямая сумма W, а нет, нет, V нулевое и x, ну, прямой натянутый на x. Вот. Ну и здесь я уж не буду даже вообще, даже очень легко даже, мне кажется. Вектор x рассматривать. Упражнение тоже закончить догадать. Закончить. Все. Запомнили? Два главных факта, которые мне нужны из этой геометрии по симметрическому пространству. Это что все максимальные затопки пространства имеют одну и ту же размерность. И мы даже знаем, как его вывести через размер самого пространства и размерность ядра формы. И второй факт, вот это занятная лемма про ограничение формы на пространство по размерности 1. Это первый ингредиент, который потребуется в дальнейшем, чтобы построить ментарий. Давайте потихонечку приходим к второму ингредиенту, а именно к алгебрам Лиги. Первый лекции мы не боялись отвечать. Давайте. Есть произвольная алгебра Лиги. Тоже любым полем, поле здесь очень не важно. Все знают, что было брали, да? Вдруг нет, ну мало. Если кто-то там не знает, то может потом ко мне подойти, я расскажу. Ну, конечно, верно. У нас пока, конечно, верно, я ничего не могу. Ну, давайте сразу. Кто не знает, как я вам говорю, давайте разрешим. Да, скажите. Ну да, да, да. Если мы только возьмем коммутантов с собой, да? Включая один. Я не помню. Сверху снизу. Скобочки без скобочек. Как писать? Ну давайте я буду так. И так далее. Вот. Ну да, если существует такой N. G. N это 0, тогда алгебра называется разрешимой. Так, есть понятие гипотенузы алгебра, да? А надо другой вектор, да? Ну, давайте я его в скобочку буду писать. G на G, он такой же, как первый. G2 в скобочку.
уже обсуждение коммутирует G1, ну и так далее. Всякий раз обсуждение коммутирует эту вещь. Это штука такое. Вот эта штука. Уже не хватит. Понятно, что любая непатентная разрешима, но не наоборот. Понятно? Такая алгебра B, состоящая из всех верхних треугольных матриц. Она разрешима. Но не непатентная. А вот все строго верхние треугольные матрицы, вы хотите, то ли это N готическая, то ли U готическая, как хотите. Строго верхние треугольные матрицы. Нуля на диагонали N и не патента. И Евгений Борисович, я сейчас нам показывать, как устроили члены ряда тогда. Диагональ двигается. Вот, хорошо. На самом деле, на C разрешимость можно сформулировать немножко другим свойством, да, есть полный план идеалов. А кто, внизу, кто значит, какой идеал он определит? Вот, значит, тогда, да, это C, даже разрешимо, тогда и только тогда, когда в G есть полный план идеалов. Сейчас это чуть такое. Идеал. А, ну, то есть такой G0 нулевое подпространство, содержится в G1, содержится в G2, содержится в Gn, который все G, где n это размерность G. А, то есть размерность Gi этого это i любого i. И все Gi идеалы G. Непатентные алгебры всегда их можно подумать. Давайте это отмечу тоже. Непатентные алгебры всегда их можно подумать. Чего? То, что это идеал. Ну, опять же, по идеалу, да? Если коммутирует любого x из g итого, y из g всей их коммутатор содержится в g. Например, вот это идеал. Если вы возьмете строго верхнюю треугольную матрицу, коммутируете с любой верхней треугольной, получите строго верхнюю треугольную. Например, SLN. Матрица с нулевым следом – это идеал в GLN. Потому что если взять, прокоммутировать матрицу с нулевым следом, хотя это не важно. Любой матрицы, то получится матрица мутирует. Любые матрицы мутируют, получится матрица мутирует. Вот в непатентной алгебре всегда это полный план. Всегда есть полный план. Давайте пример рассмотрим. Как строится полный план идеалов в строго верхних треугольных матриц. Как вы можете знать, вот как раз связано вот с тем, как мы принимали частички мутировали на первой лекции. Знаете, какой есть полный флаг идеалов вот здесь? Его построить. Надо взять вот наши верхние треугольные матрицы. Давайте сейчас вам нарисую какую-нибудь картинку. 2, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Вот нас только верхние треугольные матрицы волнуют. Да вроде бы нет. Ну, значит, если не хотят, то уже решим правильно. Да, вроде как раз наоборот очень хорошо согласовано даже одно с другим. Так, Где, какой? Давайте раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. В этой клеточке
Вот это ключ. 7,8, но это не будет идеал. Когда мы коммутируем, потащит ее наверх. Ну, давайте G1 мне скажите. Вот, вот было предложение 7,8, но это не будет идеал. 1,8, да, это G1. Да, можно прямо вот в эту сторону. Вот это будет G2. Это G3. И так пока эту строчку не заполним. Дальше кого взять? Да, 2,8 взять, это тоже идеал. Ну да, рано или поздно получим. Да. Вот. Ну, конечно, все, кто их первый раз видит. О, идеал, надо проверять, потом потащит. Ну, да. Требуется проверить. Ну, в общем, мы видим на примере, что вот в этой алгебре он таки есть. Он так и делал. Не шибко сложно, мне стало в общем суспенде. Более понятно, он пролетит. Нет. 28 минут. Хорошо. Ну и понятие, которое потом сыграет центральную роль в основании этой теории, это понятие поляризации линейных форм. Только у меня теперь реально были какие-то мощные, теперь я могу писать. Я пока там открою. Сейчас. Очень мокрая вода. Ну ладно, попробуем так написать. Все. Смотрите, давайте. Ну, понятие применимо к любой алгебре вообще. Разделение. Уже любая алгебра. А лямбда – это как линейная форма. Элемент двойственного пространства. Тогда мы можем с этой формой связать некоторую косо-симметрическую линейную форму на G. И, собственно, ради этого я первой лекции рассматривал геометрию таких косо-симметрических пространств. Давайте через бета-лямбда обозначим вот такую штуку. Это будет косо-симметрическая билинейная. Форму на G определенно таким правилом. Бета лямбда от парочки xy и g. Ну, есть ровно одна разумная возможность, да? Как-то чтобы она от x, а от y от лямбда зависит. Это лямбда от мута. Ну, ее билинейность очевидна, и постсимметричность тоже очевидна. Да? Все коммутатор у нас будет постсимметрический. Поэтому тут исполняется. Хорошо. Ну и видно, что у этой формы может быть довольно большое ядро, она может быть довольно нынешней. Может кто-нибудь так может что-то сообразить, какое тут пространство всегда лежит в ядре этой формы. Чего будет вытекать, что она вообще всегда выигрышна для непатерной алгебры. Ну, понятно, у меня такой вопрос тоже туманный. Вот какой это такой инвариант, связанный с алгеброй пространства? Вот. А? Что это? Это центр алгебры, да. Может быть, это просто какие-то технологии, которые я знаю? Центр, да, то есть те матрицы, которые имитируют со всеми матрицами. А у любой импотентной алгебры центр не нулевой, правильно? Потому что, например, те, как щедрость, последний член порядка, он лежит в центре. В частности, у алгебры верхних треугольных матриц, да, центр N, это одномерное пространство, натянутое на G1N. Поэтому форма выражена всегда. В случае непатентных алгебр. Так что я хотел определить? Я не форму бета-лямбда вспомогательные объекты. Что за поляризация линейной формы? Подалгебра P в G называется поляризация бета-лямбда
поляризация лямбда, если она является максимальным изотропным пространством вот для этой формы. Это готическая П у меня такая. Тут этим есть разные школы. Вот аж сегодня Евгений Борисович вот так писал готическую, а Эндер вот так прям писать. Это очень глубокий, тонкий вопрос, на самом деле. Вот. Он очень банально так ведутся. Вот. Вот это у меня П такая готическая. Она является максимальным бета-лямбда изотропным подпространством. Мы, кстати, даже знаем, чему равна размерность тогда, да? Что размерность всей алгебры G плюс размерность ядра этой формы двойная размерность P. Дела. Дайте пример приведу. Реализация. Давайте возьмем нашу N-алгебру. Маленький резон. Маленький такой. Это 4-4. Положим. Вот, значит, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И вот линейную форму свою лямбду я определяю так. Допустим, лямбда от E1, 4. Это какая-то нулевая константа. C1 не равно нулю. Лямбда от E2,3 это тоже не нулевая константа. А остальные нули, остальных пальцев маточных единичек. Так вот здесь вот она не равна нулю, и вот здесь вот она не равна нулю. И лампочка нарисует. Она дает как какую-нибудь поляризацию. Ну давайте второй ответ скажу. Я просто не углубил, что он работает. Ну можно, например, так. Натянем ее на E1,2, E1,3. E1,4, E2,3. То есть вот это вот счастье. Все, что на диагонали видишь. Ну, что мы должны проверить? Что, во-первых, это подалка. Во-вторых, что это изотропное подпространство. Во-вторых, что это максимальное изотропное подпространство. Да? Но то, что подалка, например, не подкачили, да, наверное. По крайней мере, если это не experience, вот, мы делаем для тебя другой не матриц. Ну, как бы это тебе прокоммутируется, да, у нас вот это получится. Ну, вот они почти целую линию. В первой строчке они вообще с этим коммутируют, а это с этим равно нуле. Изотропность подпространства, наверное, тоже не вызывает сомнений, да? Потому что когда вы будете такие две коммутировать, ну, все, что можно учитывать, это вот она не изначально другой. Да? Поэтому она изотропная. Ну, а максимально, ну, тоже можно понять, любую любой добавить, какую-то клинику, да, тоже будет. Например, максимально вопрос. Пространство, которое на время является подалом. То есть полизация для этого не имеет формы. Ну, когда мы какой-то новый объект ввели, значит, это довольно изысканно определен, да, то возникает вопрос. Первый шел. Где мы берем линейную форму? Вот, у меня есть какая-то поляризация. Сколько? Много этих поляризаций? Их много. Можно было с тем успехом брать диагональную линию. И тоже получить поляризацию. А если другие? Вот. Но одна, что их много, это хорошо поляризация такая хотя бы одна. Почему вообще есть хотя бы одна поляризация? Ну вот в общем случае это неправда. Можно взял нули, потому что не любая линейная форма обладает поляризацией. Но именно для неинтерных алгебр это. Но это ли это правда для всех алгебр, которые не полный план? То есть это совершенно чудесный период Мишель Герман, что любая, если в алгебре есть полный идеал, то любая линейная форма обладает поляризацией.
Теорема. Совершенно верно. Я сейчас никто не знает, какой угодно не помню. Все знакомые. Такой. Пусть. Джек есть полный флаг идеально. Давайте вот напишем. Же нулевое. Же один. Бла-бла-бла. Же n на этом же. Тогда любая линейная форма наша работает прыгается. Когда у любой линейной формы лямбда n с длиной, есть поляризация. Такая чудная теорема. Слушайте, дышите, не знал, мы же переворачиваемся. У любой линейной формы есть поляризация. Ну, я думаю, что я полный конец. Все, что мы все поговорим на работе, да? Так не сложно. Вот смотри, в чем идея. Мы точно знаем, что P, будучи максимальным затором пространства, должна содержать ядро моей формы. Да? Но мы, конечно, видели, что максимально затронутое пространство будет гораздо больше, чем ядро. Да? Там чуть эти гешки давай положить. Давайте еще сделаем. Давайте возьмем нашу форму, P, это лямбда, и ограничим ее на каждый ядро. И мы все эти ядра просто давайте. Я смотрю, что такая получится штука. Положим. В качестве P сумму по всем и одного до n, ядро бета и т. Ну, у меня бета и т, это ограничение. Ограничение формы бета лямбда на идеал жизни. То, что получится, это будет прерывать. Да, сумма только что не прямая. А чего? Ну, бета лямбда же зависит от лямбды. Бета лямбда – это билинейная форма, которая на парочке векторов xy равна лямбда от коммутатора xy. Так что каждый из них зависит от лямбды. Под алгебрность, изотропность и максимальную изотропность. Да? Давайте проверим, что под алгебрность сначала. Верим? Это разумеется, поскольку P это сумма вот таких штучек, да, то достаточно брать xy из таких штучек, слагаемых, да, и, конечно, их кому-то надержит P, тогда будет для любого, например, P. Ну, пусть. X какой-то вектор из P итого, а Y вектор из P житого. Где и G, ну, как-то связаны между собой, но кто-то больше, кто-то меньше, пусть и меньше равно, чем G. Вот так. Давайте. Давайте здесь что-нибудь писать. Просто сейчас не буду. Первое и бета и бета. Смотрите, первое даже не буду здесь платный валентец. Только. Офис. Давайте. Это кер бета и этого. А Y из кер бета жить. И меньше правом, чем всегда. Спасибо. Ну, видите? Так. Тогда возьму и покажем, что их коммутатор тоже P содержится. Да. X на Y, если мы так коммутируем. Так. Ну, тут надо понять, да, кто в ком лежит. Сейчас. Опять смотрю. Отвечаю.
Ой, курные. Товарищи. Ну ладно. Ладно. Здравствуйте. Давайте так. Во-первых, эта штука содержит жизнь. Это почему? Х плюс жизнь, правильно? А жизнь это мне нельзя. Ну? Вот я утверждаю, что не плохо в жизни, а в ядре будет какой-то. Покажем. Ядре. Ну, конечно. Ну, давайте, может быть, боюсь не успеть, давайте начнем упражнение. Это легко искать уже упражнение. Докажите. Покажите. Ну, действительно, можно просто взять любой z из g этого, и нужно отсюда показать тогда, что значение формы бета лямбда, то есть просто, что лямбда от коммутатора z с x, y равна нулю. И действительно, да, например, что-то там, не знаю, я тут только читал без них. А, хорошо. Для второго, мы должны понять, что это изотропное подпространство. Второе. Покажем, что по изотропу. Что P изотроп. Ну, давайте тоже упражним. Очень похоже на вас. И да, как проще. Ну и последний, кстати, максимально. P максимальный. Максимальный. Да. То есть, что мы должны проверить? Да. То есть, что оно имеет нужный размер. Где-то достаточно, правильно? То есть, что размер. Все алгебры же, которые у нас n, плюс размерность ядра бета, оно же бета n, да, равна удвоенной размерности. И, так, все согласны, что поскольку я знаю размерность всех максимальных изотропных пространств, а оно уже изотропное, то если оно имеет такой размер, то оно максимально изотропное. Знаете, деваться там с ним. Я не поискать не буду. А здесь напишу. Ну, тут, собственно, первое, что будет в голову, это правильно делать. Мы применим индукцию по размеру. Индукция по R. Индукция по N. Размерности. У меня же в G есть чудесный идеал. Gn минус первый. Размер это как раз единичку меньше, да? Gn минус первый. Сидит у меня идеал G. И имеет коразмерность 1. Gn минус первый. Давайте возьмем форму лямбда. Ограничим. Лямбда можем ограничить на Gn минус первое, да? И взять вот такую же сумму, только из последнего слагаемого. Да? P там, индекс n минус 1. Точно такая же сумма, только до n минус 1. Ага. Согласны, да? И по предположению индукции, это поляризация D вокруг. Да? Она же так же строится. Согласны? Это будет по предположению, это будет поляризация. Для этого ограничения по индукции, по предположению индукции. Потому что G имеет размер единичку меньше, а строится точно так же.
всегда знаем, чему равна ее размерность. Потому что куча калибрации, она является максимально другим пространством. То есть dim gn минус 1 плюс dim r бета n минус 1 это удвоенная размерность p n минус 1. Мы используем второй файл, который мы доказали в геометрии постсимметрической формы. Это как раз моя ситуация. У меня есть постсимметрическая форма бета лямбда на пространстве G. Я ее ограничиваю на это пространство по размерности 1. Значит, возможно две ситуации. То есть по доказанному, либо первое, бета n минус первое, содержится в кербете и имеет там по размерности 1. Ну, либо наоборот. Да. Ну, в ситуации можно смотреть очень легко. С какой начнем? А если второй, он даже проще. В этом случае. Если ядро всей бета, ну, которая, бета, она же бета-н, по увлечению происходит, содержится, то как связаны между собой p и p минус первое? Что произойдет, когда мы к этому p минус первому добавим еще одно слагаемое, которое содержится в предыдущем? Как изменится наше пространство? А? Ну, лохом каких-то пространств, да? Я беру какое-то новое пространство, лежащее в том, которое уже суммируется. Как вместе? Никак. В случае по аэропорту. Ага. А давайте сюда поставим в левую и правую часть. Что у нас стоит? Левая и правая. Дим уже плюс дим РБ. Дим же, как связано с Дим же n минус 1? Медичку больше. n минус 1 плюс 1. А здесь Дим кербет, как связано с Дим кербет n минус 1? 1 меньше. 1 меньше, правильно, да? Получается плюс Дим кербет, n минус 1 минус 1. Вещи сокращаются, так ведь? Получается dim g n минус первое плюс dim r beta n минус первое. Но это равно размерности p минус первое, конечно, приоритизация. Здесь получается dim p n минус первое. Но они же попадают в эту ситуацию, поэтому равно dim p. Ну, по dim p. Второй случай. Это понятно, да? Здесь размер ровный, а значит максимальная пространство ровная, все равно некуда не называется. Ну и второй случай. Здесь тогда, смотри. Что должна быть? Что должна быть? Спасибо. Три разбойщика. Ну, все нормально. Разбойщик. Здесь когда обстоят дела, тогда. Что можно сказать про размерность P? Ну да, P уже, конечно, больше, да, здесь, чем P минус первое. Ну, единичку больше, все правильно? Она же имеет по размеру 1. Даже не понять, почему этот вектор не лежит ни в одном из предыдущих, но это не попросту. Это Дима. P минус первое плюс второе. Давайте мы выпишем нашу форму. Левую и правую часть. Включаем. Дим P. Плюс, о нет, дим G плюс дим R бета. А это опять-таки размерность G N минус первого плюс 1. А здесь будет тоже размерность ядра бета N минус первого плюс 1 тоже, да? Ну, наш немножко больше. Дим R бета N минус первого плюс 1. Получается дим G N минус первое. Плюс D ядра бета n минус первого
и плюс 2. Но это равно удвоенной размерности PN минус 1. Ну, короче, понятно дальше. Что то, что получается. Это 2 dim PN минус 1 плюс 2. Это как раз 2 dim PN. Ух, сошлось. Супер. Доказали, что если у нас есть полный плат идеалов, то любая линейная форма имеет приоритет. В частности, на C любая разрешимая алгебра, поэтому что-то удовлетворяет. И на любой поле все непонятные алгебры, поэтому что-то удовлетворяет. Казалось бы, о чем здесь вообще? Составление группы. И метры. Но мы увидим, что с помощью поляризации линейной формы мы сможем смастерить некоторый набор неприводимых представлений наших групп. Вот. И потом мы покажем, что все они неприводимые. И важно будет лишь понять, в каком случае... Да, мы покажем, что любой неприводимый набор линейный. И важно будет лишь понять, какие две линейные формы дают одно и то же представление. И вот оказывается, что будет поставлять только тогда, когда эти формы лежат на орбите, на одной орбите. Да, по-моему, не алгебра, я скажу, когда эти формы лежат на одной орбите действия самой группы, что называется фокусом. Поэтому называется вектор. В итоге неприводимое представление генерируется некоторым орбитом. Спасибо. Пожалуйста, заберите его.